Sevgiliye, hallo alle zusammen. Sami Epish. Ich bin's Epish. Я очень рад, что вы снова заглянули. Сегодня мы выучим новые слова. Вам интересно, как будет по-немецки домашние животные? Тогда начнем. Это кошка. Das ist die Katze. Это собака. Das ist der Hund. Это рыбка. Das ist der Fisch. Это хомяк. Das ist der Hamster. Это попугай. Das ist der Papagei. Это домашние животные. Das sind Haustiere. Молодцы! Gut gemacht! Теперь вы можете удивить ваших родных. Спасибо, что были со мной. До новых встреч! Bis zum nächsten Mal! Пока! Tschüss!